Доброго всем дня, честным, порядочным людям, здоровья, удачи, благополучия, мирного неба над головой. Я, Жилин Сергей Анатольевич, прошу извинить за перекошенное лицо, очень сильно болит голова. Это последствия нападения на меня полковника Белозор Сергея Алексеевича в 2021 году, когда он, целясь в голову, нанес удар мне в шею. Куда он там попал, непонятно, но теперь, в общем-то, сильные головные боли, ощущение того, что глаз у меня вывалится наружу, стали, в общем-то, посещать меня частенько. В неделю один-два раза это происходит. Вот. Напился таблеток, всего остального, но, к сожалению, боль не отпускает. Видео, которое записываю, считаю необходимым записать сейчас. Именно поэтому записываю в таком состоянии. Так что вы уж меня простите, если мое лицо вам уж сильно не понравится. Почему записываю сейчас? Дело в том, что сегодня уже 19 марта 2023 года. Для тех, кто будет видео смотреть впервые, история следующая. Значит, я предприниматель, бизнес-копеечный, ручки, дрючки, канцелярские товары, форматная бумага. Вот, работаем мы с 2009 года. Вот, бизнес маленький, и расширяться в какие-то огромные склады нам, в общем-то, смысла нет. Именно поэтому выбор пал на гаражи. Вот. В общем-то, в нашей стране все знают о том, как государство поддерживает малый бизнес. За все это время ни копейки от государства мы не видели. Какие-то проекты по поддержке малого бизнеса выглядят таким образом, что ты должен составить охрененно крутой бизнес-план, который на самом деле никто тебе не утвердит и не подтвердит. Никаких денег ты не получишь, если ты не входишь в какую-нибудь банк-группировку, вот, либо в какие-то высокопоставленные чиновничьи родственные отношения. Вот. Поэтому скребли по сусекам, по друзьям, по знакомым и, в общем-то, создали фирму небольшую. Вот. Работаем мы давно, пользуемся вот этими складами, причем работаем официально. Трудимся, платим налоги, все как положено. То есть от контролирующих органов в плане бизнеса к нам вопросов не было. Хотя по заявлениям неоднократно нас проверяли, шерстили там и так далее. То есть, ну если мы работаем честно и ничего у нас нету там, да и взять-то нечего, на хлеб-соль зарабатываем. Вот. Арендуем мы в гаражно-производственном кооперативе «Энка», который находится в городе Краснодар, Прикубанский округ, Кореновская, 12. Вот. Арендуем мы там склады. Первый склад мы начали арендовать в 2012 году. В 2014 заключили договор второй склад, второй гаражный бокс. И общая площадь у нас там получилась чуть больше 100 квадратов. Вот. Значит, все было нормально, работали и так далее. В 2018 году сменился председатель гаражно-производственного кооператива «Энка». Им стал Селиверстов Александр Николаевич. Это было, по-моему, 26 июля, ну вот месяца сейчас не помню, ну 26 его назначили председателем, выбрали, а 27 числа, значит, он уже не запустил мою машину и потребовал, чтобы я подошел к нему. Я подошел к нему, у нас состоялся разговор, который был зафиксирован на аудио. Носитель. Вот. В течение длительного времени эта аудиозапись считалась мной утерянной. Вот. Но волею случая в 2021 году, благодаря там, обращению к разным специалистам, выяснилась техническая ошибка картридера, и разговор стал доступен. 29 мая 2021 года, когда этот разговор стал доступен, то есть его можно было слушать, я обратился в отдел полиции Прикубанского округа с заявлением о вымогательстве со стороны Селиверстова. Дело в том, что он ограничил мой заезд для того, чтобы, ну, вот я не мог там работать. Есть такая штука, понятие, как нецелевое использование гаражей. Вот. Но мы же живем в России,
И, соответственно, как бы, не знаю, кто-нибудь из автовладельцев знает гаражные кооперативы, ГСК, ГПК, в которых отсутствуют малярные мастерские, мастерские по ремонту ходовой части, развал схождения, ремонту двигателей, автомойки, ну и многое другое. Вот. Причем эти многие, скажем так, предприниматели и так далее, работают в черную. Они просто никому не платят. Но нет, неправильно. Они платят, но не государству. Они платят чиновникам, полицейским, администрации, руководству ГПК. И в данном случае, в общем-то, председатель ГПК захотел, чтобы я также платил ему. Вот. Ну, так как из разговора, который происходил, он сказал, налоги платишь не нам. Не нам, то есть это может быть правление ГПК. Вот тут как бы я уточнять не могу, то ли ему лично в одну харю, то ли группе харь. Вот. Я отказался платить. Вот. И, соответственно, у меня начались проблемы. Проблема то, что председатель, вот они своей бандой захватили муниципальную территорию, которая не находится в аренде. Это общедоступная территория. Они ограничили ее воротами тремя, поставили шлагбаум, создали контрольно-пропускной пункт, который пропускает автомобиля по признаку член ГПК, не член ГПК и то есть по другим. Вот. Значит, по данной ситуации в 2000, когда вот активная началась фаза, не пускать меня и так далее, вот, я обратился в полицию Прикубанского округа с просьбой разобраться в данной ситуации и навести порядок. Я полагал, что сотрудники правоохранительных органов запросят документы из администрации, из управления земельных отношений, разберутся в данной ситуации и наведут порядок. Но не тут-то было. Как позже выяснилось, у сотрудников гаражно-производственного кооператива имеются знакомые высокопоставленных, среди высокопоставленных чиновников МВД, прокуратуры, с помощью которых они, в общем-то, уходили от ответственности и игнорировали обращение гражданина. Вот. Начал обращаться где-то в июне 2020 года. В сентябре я уже вынужден был обращаться в прокуратуру, просить провести проверку, осуществить надзор. Но все вот эти вот действия, которые происходили, сейчас у нас 23-й год. 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, да? То есть ВОЗ и ныне там, шлагбаум стоит, работает, осуществляется не запуск. Никаких мне клеили на автомобили требования о том, чтобы я их убрал с муниципальной земли. Автомобили повреждены, там клеевые потоки, то есть нужно перекрашивать автомобиль, оценка сделана. Вот, на меня нападали, резину мне резали, спускали, воспрепятствовали проезду по территории, то есть я не мог работать. Значит, подтверждается это все тем, что вот я просто вынужден был это фиксировать и выкладывать на YouTube, для того, чтобы никто не мог меня обвинить в том, что я придумал. И удивительность ситуации в том, что буквально уже накануне Нового года 2023-го шлагбаум в очередной раз был установлен. И 7 января 2023 года мне позвонил владелец гаражных боксов, у которого я арендую, и сказал: Сережа, слушай, ну меня уже не запустили на территорию. Я поехал в следственное управление Следственного комитета по Прикубанскому округу и подал заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителей ГУВД Краснодарского края, УВД города Краснодара и полковника Остапенко из Прикубанского отдела полиции. Непосредственно тех руководителей, которых я считаю виновными в том, что происходит вот это бездействие. Вот. Ну а также я просил установить непосредственных виновников, которые выезжали на места, которые составляли материалы, которые не составляли материалы, игнорировали мои обращения. Вот. Это было 7 января 2023 года.
6 февраля 2023 года следователь Следственного комитета по Прикубанскому округу Довбня Алексей Анатольевич вынес определение об отказе в возбуждении уголовного дела по моему заявлению. В этот же день его руководитель, заместитель следственного управления господин Аветов, отменил решение следователя о невозбуждении и направил на доработку, на доп. Проверку и так далее, предоставив при этом 10 дней. 6 плюс 10 дней получается 16 февраля, то есть 17 февраля 2023 года. В Следственном комитете должно было бы сформироваться понимание о том, что происходит, то есть, что я оклеветал сотрудников правоохранительных органов, либо нет, либо есть состав преступления и есть доказательства бездействия, волокиты, фальсификации материалов. То есть должен быть какой-то ответ. Либо возбуждается уголовное дело, либо отказывается. Несколько раз, значит, я обращался уже через интернет-приемную с просьбой предоставить мне этот самый ответ по моему заявлению 7 января. 2 марта я обращался. 11 марта я обращался. Это было повторное обращение. И вот сегодня я еще раз обращаюсь. Сегодня вот у нас 19 марта. Я прошу предоставить мне ответ хоть какой-то. То есть я совершенно не понимаю, что происходит. То есть сотрудники полиции Прикубанского округа, получая мои обращения, они просто стали игнорировать. В 2023 году они не выезжают, они ничего не делают, они только пишут ответы о том, что ваше обращение рассмотрено и приобщено к номенклатурному делу. При этом никаких действий они не осуществляют. Хотя я неоднократно и публиковал, и предоставлял сотрудникам полиции материалы, по которым шлагбаум установлен незаконно. Данный шлагбаум по представлению прокурора Бондар Игоря Анатольевича в 2021 году, и ворота были демонтированы службой МЧС «Кубаньспас». Вот. Затем они опять были установлены, опять были вот это вот весь цирк с незапуском меня, с обращением в полицию и так далее. Администрация города Краснодара пишет отписки о том, что они там клеят на шлагбаум ворота, требования их убрать и все. При этом сотрудники администрации МКУ грубо нарушают само же 650-е постановление администрации города Краснодара в той части, а как необходимо действовать для того, чтобы незаконные сооружения были убраны с территории. А именно, необходимо под роспись вручить, необходимо через 10 дней проверить эту ситуацию. Если не убрали, то можно уже привлекать к ответственности виновных. А не писать отписку о том, что в бюджете нет денег, и мы убрать это не можем. То есть очень куча большая нарушений. Я просто-напросто полагаю, что администрация находится в сговоре с полицейскими, с прокуратурой. Вот, и свою работу они не выполняют должным образом. Какой смысл клеить листовку на неодушевленный предмет, хотя есть непосредственные владельцы шлагбаума, которые его установили. И они могут быть, и не только могут, а должны быть привлечены к ответственности. Итак, сегодня 19 марта, я третий раз уже обращаюсь в Следственный комитет о предоставлении мне ответа по моему заявлению от 7 января 2023 года о привлечении к уголовной ответственности генерала Андреева, руководителя Главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю. Теперь, наверное, уже, не знаю, будет он генералом или позже получит, Остапенко Дмитрия Павловича, который был начальником УВД города Краснодара, а теперь переехал на генеральскую должность в Архангельскую область, его и руководителя Прикубанского отдела полиции полковника Бондарева Ивана Валерьевича и их подчиненных. С нетерпением жду ответа. Честным, порядочным людям здоровья, удачи, благополучия, мирного неба над головой. Жилин Сергей, Россия.